Анна Роза, корреспондент Радио Свобода в Германии, с нами на связи. Анна, здравствуйте, рада вам в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. По вашему мнению, чем оправдана нынешняя позиция, сразу к Таурус, если говорить об этой системе ракет, чем оправдана позиция канцлера Германии, страхом ли? На самом деле, здесь несколько факторов. Во-первых, естественно, он опасается того, что ракеты «Таурус» могут достигать каких-то российских городов, конечно, не Москвы, потому что у них только 500 километров радиус действия, но каких-то, в общем-то, очень важных российских городов. Эта позиция высказывалась в самом начале как аргумент против того, чтобы не поставлять «Таурус» в Украину. Второй вопрос затрагивает, опять же, оборону и безопасность Германии. Говорится о том, что для того, чтобы наводить «Таурусы» на цель, необходимо отправить в Украину немецких военных. Видимо, это не такой сильный аргумент. Однако же в последнее время Шольц и эксперты в Германии говорят о том, что, видимо, для того, чтобы наводить ракеты на цель, необходимо также обучить украинских военных, и для этого хотя бы для обучения необходимо отправить немецких военных на территорию Украины. Таким образом, Германия окажется втянутой в войну. И еще есть третий пункт, который, как говорят эксперты, немаловажен. Ракеты «Таурус» управляются на самом деле из Германии, потому что программное обеспечение, которое позволяет им быть наведенными на цель, находится также на серверах Германии. И открывая эти серверы, открывая доступ к программному обеспечению, таким образом Германия ставит себя под удар и снижает свою безопасность, гарантируя врагу возможность попасть на эти важные военные серверы и, может быть, получить какую-то секретную информацию. Вот то, что пока что выставляется как набор аргументов против поставок «Тауруса». И немаловажно, также Шольц также это сказал, большинство населения Германии против поставок этих дальнобойных ракет в Украину. Видимо, тут опять же играют роль опасения быть втянутыми в войну, как страна, непосредственно страна конфликта на территории Украины. Однако, если мы вернемся к самим ракетам, одно «но», которое не очень охотно сам высказывает Шольц, и о котором неохотно говорят немецкие политики. В Германии, хотя номинально существует 600 ракет этого типа, но только 150 из них боеспособны. Для того, чтобы отправить в Украину больше ракет, поскольку Бундесвер не может быть обезоружен, и те ракеты, которые сейчас есть в Германии, должны оставаться на балансе Бундесвера, необходимо для того, чтобы отправить в Украину, модернизировать оставшиеся 450 ракет. Это будет длиться долго. И, видимо, даже стоит не так мало, но поскольку Германия постоянно подчеркивает, что мы за цело не постоим, и, естественно, это не будет таким большим и сложным делом, перевооружить «Таурусы». Ну вот эксперты говорят, что это также займет время, и, видимо, и эта деталь играет в этом комплексе немаловажную роль. Вот правда, много аргументов Шольц озвучил против того, чтобы передавать Украине «Таурус», мол, то, что ему мешает это сделать. И действительно, в нашем эфире даже звучало мнение, что а как же он теперь пойдет на попятную, если он так много всего сказал, почему нет. Но вместе с тем, помощь Соединенных Штатов Америки молниеносная просто, да, в течение нескольких часов после подписания уже начнутся отправки. Британия со «Шторм Шэдоу» также, ну, мне кажется, такой неплохой мотиватор. Насколько это может сподвигнуть Шольца для того, чтобы, по крайней мере, предпринимать первые шаги, о которых вы говорили, да, которые могут занять определенное время, но если мы будем очень долго об этом говорить, то это, очевидно, займет больше времени.
Дело в том, что Шольц и многие политики правительственной коалиции Германии считают, что вопрос концентрации дебатов именно на ракетах «Таурус» мешает посмотреть на общую ситуацию. Шольц, когда его спрашивают об этом, постоянно говорит, Украине нужны не ракеты «Таурус», а боеприпасы, боеприпасы и боеприпасы. Это самое главное. Тем самым он пытается сместить акценты на то, что на самом деле более важно и нужно для Украины. Здесь существует опасение, что сейчас, втянувшись в дискуссию о Таурусах, в общем-то, и политики Германии, и европейские политики, во-первых, забудут о том, что нужнее всего и насущнее всего сейчас для Украины, и второе, попытаются отвести дискуссию, да, конечно, некоторые политики, от именно тех насущных задач и проблем, а именно поставок боеприпасов как можно быстрее, как можно в более полном объеме Украине. Вот я не могу сказать, что я сейчас слышу какие-то экспертные мнения, которые говорят о том, что Шольц в ближайшем будущем может изменить свою позицию. Я думаю, да, вы правы. Во-первых, он таким образом отступит от того, что он уже много раз говорил, тем самым, может быть, сделает свои высказывания неправдоподобными, свою позицию более уязвимой. Однако в тех дебатах, которые я сейчас вижу в Германии, я вижу, что и большинство членов правительственной коалиции против поставок Тауруса. Да, Мари Агнес Штрак-Циммерман, вы сейчас дали послушать ее заявление, постоянно форсирует вопросы поставок вооружения любых. Она член правительственной коалиции от Свободной демократической партии. И дело в том, что, видимо, эта ее позиция не подкрепляется самой правительственной коалицией. Тут очень важно политически понять, что ни одна партия правительственной коалиции сейчас не может набрать столько голосов избирателей, чтобы при возможных выборах в Бундестаг прийти к власти. Поэтому я не думаю, что и, может быть, опция, которая бы привела к поставкам Тауруса, к политическим, имела бы место, а именно распад коалиции и новые выборы в Бундестаг. То есть отпадает и то, что Шольц изменит свою позицию в ближайшем будущем, и то, что каким-то образом распадется правительственная коалиция, к власти придет, может быть, Христианско-демократический союз совместно со Свободной демократической партией, от которой выступает Мария Агнес Штрак-Циммерман. То есть и политические изменения, которые привели к быстрым поставкам «Таурус», исключены. Я напомню так, просто, да, возможно, могло прозвучать то, что наше интервью – это попытка там очернить каким-то образом канцлера Германии, либо сказать, что Германия делает недостаточно. Германия и Великобритания – это крупнейшие поставщики вооружения для Украины в Европе. И об этом тоже не стоит забывать, в том числе в контексте систем противовоздушной обороны, боеприпасов к ним, снарядам, к артиллерии и прочее. То есть есть достаточно большая номенклатура вооружения, и кроме вооружения тоже Германия делает очень много для Украины, за что украинский народ, ну, благодарен. Да, иногда слово просто «благодарю» его, наверное, оно не отображает в целом вот того большого спасибо, которое говорят все 40 миллионов украинцев сейчас. Но, тем не менее, и Германия, лидеры в Германии и Великобритании в совместной декларации подчеркнули о том, что их общей целью остается то, чтобы Украина выстояла в борьбе с российской агрессией. Для этого Сунак и Шольц обсуждали в том числе вопросы российских активов. От военной темы хотел, чтобы мы сейчас вопрос от активов российских также обсудили. Вопрос их либо полностью, скажем так, прямой передачи Украине, либо же использование их на военные нужды Украины, либо, как сейчас обсуждают в Европе, использование процента вот от налога в контексте этих денег, которые находятся на территории Европейского Союза. Этот же вопрос будет решаться не на уровне
уровне лидеров, но на уровне, скорее всего, представителей институций Европейского Союза. Либо же в таких переговорах этот вопрос, как вы думаете, может быть решен? От кого он в целом он зависит? Ну, Великобритания не является членом Европейского Союза, это все мы знаем, поэтому к требованиям Сунака, наверное, не так прислушаются сейчас ни в Германии, ни на уровне Европейского Союза. Да, к сожалению, Brexit сделал ситуацию очень сложной для принятия совместных решений. Однако то, что обсуждается сейчас интенсивно и на уровне Европарламента, и в Германии слышны голоса, все сильнее. Да, все требуют, естественно, заморозить эти активы и направить их либо на военную поддержку Украине, либо на восстановление Украины. Я думаю, что в скором времени это произойдет, и эти активы будут разморожены, направлены на военную помощь Украине. Конечно же, это не так много денег, как хотелось бы для этого. Но, в принципе, раньше то противостояние, которое было со стороны экономистов, а именно, и со стороны юристов, которые говорили, что нельзя нарушать какие-то правовые нормы в то время, как мы их отстаиваем, потому что тем самым мы отступим от самого главного, от нашего правового государства, от системы правовых методов, которые монолитом стоят и поддерживают нашу демократию. Но теперь слышны голоса, да, Путин преступник, Россия ведет преступную полномасштабную захватническую войну. Россия оккупирует территории Украины разбойным образом. Почему мы должны молчать и делать вид, как будто бы с преступником можно обходиться как-то лояльно и морально? И я думаю, что и правовая оценка постепенно изменяется. Конечно же, все приветствуют, возможно, быстрое размораживание активов. И я думаю, что это только технические детали, которые нас отдаляют от этого шага. Вот как минимум по поводу легитимности Путина, ПАСЕА, так же, как мы знаем, отказалась признавать легитимность Путина. Насколько такие шаги упрощают подходы к вопросу о замороженных активах тех же? Ну и, конечно, это тоже становится в ряд тех аргументов, которые говорят о том, что необходимо не церемониться с Россией, не церемониться с Путиным, потому что страна-изгой стала страной-преступником, ее президент — международный преступник, разыскиваемый уголовный преступник. Поэтому аргументы юристов и правоведов теперь становятся, конечно, не важны в этой ситуации. И парламентская ассамблея, я думаю, также подкрепит всеобщее желание как можно скорее разморозить российские активы и направить их на помощь Украине. Также, собственно, читаю декларацию, которая была опубликована в том числе на сайте премьера Великобритании, можно найти несколько такие вот месседжи в отношении Североатлантического альянса. Там говорится о том, что союзники продолжат укреплять взаимодействие по НАТО, в том числе, и оглядываясь, кстати, на страны Балтии. Страны Балтии, могу точно сказать, вкладывают достаточно много, это не просто 2% ВВП, скажем так, своей обороны. Но это просто к слову. Есть вот, наверное, такое мнение, да, о том, что оно звучит довольно часто и со стороны там российских пропагандистов в контексте действия той же Германии как союзницы, к примеру, Литвы, Латвии, Эстонии, да, в целом стран Балтии в случае возможной атаки со стороны Российской Федерации. И эти месседжи звучат таким образом, что если Россия нападет, то союзники по НАТО будут реагировать не так, как хотелось бы, не так активно и в целом довольно вяло, мягко говоря. Это как раз касается вопроса решимости в целом Германии. Как вы видите, вот рисует такую фантастическую картинку, но тем не менее, возможно, и реальную. Каким образом может действовать Германия в случае нападения на своего союзника по НАТО?
Должным образом, я не думаю, что стоит прислушиваться к сказкам Путина и его пропаганды. Это ложь, и, в общем-то, ничего кроме лжи. Это просто те фантастические рассказы, которые себе рисуют Симоньян, Соловьев и же с ними, подкрепляемые миллионами из Кремля, которые льются в их карманы. Но просто... надо игнорировать все, что говорит Кремль, это делает также правительство ФРГ, просто абсолютно быть уверенным в том, что и Германия, и НАТО будут стоять на стороне, естественно, стран НАТО, опять же, Латвии, Литвы и Эстонии. Здесь никакого сомнения быть не может. И это подчеркивают каждый день все европейские политики, быть может, кроме Орбана, но его тоже удастся нейтрализовать. Естественно, Венгрия не является самым главным членом НАТО и не лидером Евросоюза, я так думаю. Поэтому главная позиция или главная оппозиция Германии, Франции, стран Евросоюза, стран НАТО, Великобритании, к ним присоединится США, я убеждена в этом. То есть здесь просто ни тени сомнения быть не может. Германия постоянно стояла и стоит на стороне Украины. И, естественно, бесспорно и без всяких обиняков на стороне стран НАТО, Латвии, Литвы и Эстонии. И сейчас там также размещается контингент, как мы знаем. В прошлый раз я рассказывала об этом. И, в общем-то, будут обучаться военные стран Балтии. Насчет того, что вы сказали, они передали очень много оружия. Да, это оружие было частично устаревшим, и они именно могли передать так много оружия по сравнению с ВВП, потому что они уверены в том, что в случае какой-то коллизии или нападения России все страны НАТО встанут на их поддержку. Уточнение. Российская пропаганда, она работает, кроме, грубо говоря, на политиков, да, ну, политики-то в целом вообще по-другому пропаганда работает, в основном работает там на граждан той страны, на которую направлена. И устами, либо там месседжами, ботафермами к обычным гражданам, ну, условно, даже давайте Германии, доносится одна мысль, что воевать не нужно, война это страшно, нужно мириться с Россией, чем больше поддержка Украины, тем больше возможная там война, столкновение НАТО, значит, и Германии с Российской Федерацией, нам это не нужно, мир, жвачка, дружба и прочее, прочее. Давайте опять там Олимпиады и так далее проводить в Москве. На граждан Германии, как они вот, как эта реакция выглядит, как вы видите реакцию от германского общества, есть ли поддержка Украины и есть ли доверие к этим банальным, простым месседжам со стороны России, но действенным иногда? Дело в том, что это не только месседжи со стороны России, а здесь есть и левые партии, которые по традиции своей пацифистская, это, так сказать, наследники коммунистических партий всех стран Восточной Европы. И вот как раз союз Сары Вагенкнехт сейчас занимает такие позиции, что давайте закончим войну и перестанем пулять друг друга ракетами. И, как вы говорите, да, мир, дружба, жвачка, грубо говоря, но... На этой позиции стоят именно наши замечательные левые бывшие коммунисты, и их, ну, не больше, скажем так, 15%. То, что касается разлагающего влияния российской пропаганды, да, это уже давно здесь осознали, и поэтому и запретили и Russia Today, и Russia Today Germany, и другие рассадники лжи российской пропаганды. Однако существует, конечно, интернет, и через интернет, и через различные социальные каналы, например, телеграм-канал, в Германию просачиваются эти мнения, в общем-то, эти пропагандистские штучки. Однако же
людей, восприимчивых к лжи, не так много. В Германии довольно-таки разветвленный демократический свободный ландшафт прессы. Ни одно мнение не запрещается, поэтому у людей есть возможность видеть альтернативные мнения, альтернативные источники информации. И, в принципе, то, как я воспринимаю сейчас ситуацию, да, есть люди, которые поддаются на ложь российской пропаганды, которая так или иначе доходит до них. Но, в принципе, около 80%, ну, может быть, даже 75%, если пойдем вниз, германского населения вполне понимает, что такое Путин, что такое фабрика троллей, что такое пропаганда. И немецкая контрразведка сейчас как раз интенсивнейшим образом занялась тем, чтобы противостоять этой волне совершенно бессовестной, безобразной лжи, которая обрушивается и на граждан Германии, и, естественно, русскоязычных, и мы знаем, что их здесь много. Но, в общем-то, я думаю, что этот бастион будет стоять, потому что главное, политики и спецслужбы это осознали. И второе, да, то, что Россия говорит, мы ведем информационную войну, это Россия ведет информационную войну, потому что у России нет свободной прессы, потому что там журналисты, это не журналисты, а пропагандисты, то есть как бы солдаты, политруки на службе Кремля. В Германии таких нет. В Германии все средства массовой информации независимые от всех ветвей власти, совершенно не финансируется, и пресса свободная, мнение совершенно свободное, поэтому люди видят и не теряют доверие к своим средствам массовой информации в большинстве своем, исключая, конечно, тех, кто подвержен вот этим конспирологическим теориям, либо подвержен старой коммунистической такой тенденции пацифистской. Ну, тут, в принципе, да, ясно. Анна, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Анна Роза, корреспондент Радио Свобода в Германии, была с нами на связи.